На центрально-московском ипподроме выступление японских наездников. Гости из страны восходящего солнца знакомят россиян с абусама – искусством конной стрельбы из лука, которая зародилась в Японии около 1000 лет назад. В древности это было частью военной подготовки. Задача – попасть в деревянную мишень на скаку, не потеряв равновесия и ведя при этом лошадь идеально ровно. К слову, лошади русские. Японцам пришлось обучать животных японским командам, поскольку русские у наездников получались с сильным акцентом и лошади не понимали. Теперь московские скакуны точно знают, что такое иньёи. Это боевой клич самурая перед выстрелом. В переводе – тень и солнце. Большинство людей очень любят лошадей. Атмосфера фестиваля действительно необыкновенная. Любопытная японская культура. Мой супруг сотрудничает с японцами. Он руководитель федерации карате. Поэтому, в принципе, нам это близко. Но, тем не менее, данное направление видели впервые. Конечно, впечатляет. Мероприятие проходит в рамках Года Японии в России и Недели Японии в Москве.